Ой, а запах-то какой, какой противный. Мне кажется, она испортилась. Давайте вначале вот эту, если останусь жив. Ой, да. Друзья, всех приветствую. Вы на канале Чек Фуд, проверка еды. Давно хотел попробовать вот такие вот готовые овощи. Часто вижу в магазине. Вот нашел в Пятерочке. Здесь картофель. Чуть поменьше. Тут свекла, это тертая свекла, свекла целиковая, с шариками, кукуруза. Давайте начнем. Первым попробуем вот такой вот картофель Global Village. Вареный, 500 граммов, готов к употреблению, 180 суток срок годности. Если открою, то 18 часов. Нужно хранить без консервантов, красителей. Картофель свежий, соль пищевая йодированная, йодат калия. Продукт обработан антиокислителем пиросульфатом натрия. Изготовитель СП Леор Пластик, Республика Беларусь. Уже название Леор Пластик как-то настораживает. Эксклюзивно производится это для Пятерочки. Вот советуют это все греть либо в микроволновке, либо прямо в упаковке можно погреть в воде в горячей. С этой стороны смотрится довольно симпатично. Смущает большой срок годности, почти полгода. Вот. Но цвет картофеля что-то мне как-то меня не радует. Скажем, не аппетитный, какой-то серый. Взвешу 517 граммов. Вроде бы с весом все в порядке. Сколько обещали, столько и есть. Что по деньгам? 79,99. Ну, условно говоря, 80 рублей. Вообще, такого вида продукта я давно их видел в магазинах и всегда думал, кто же их покупает. Там действительно люди, которым некогда почистить, сварить картофель. Сколько можно времени сэкономить? Вот пока воду погреешь, пока греть надо. Картофель разогрелся, теперь нужно его аккуратно достать. Написано, что внутри может быть белый налет. Это типа нормально. Первая картошка пошла, вторая пошла. Цвет, конечно, этой картошки вообще отвратный. Да и запах, я бы сказал, не совсем аппетитный. Реально похоже на такую картошку, которую сварили и оставили в холодильнике где-то недельки на две. Ух! А запах какой-то смесь с шампуня с каким-то кремом, что ли, непонятно. Запах тоже неприятный. Давайте попробуем посмотреть, насколько она мягкая. Ну, картошка такая плотная, не разваливается кашу, то есть нормальная сваренная картошка. Вот, но цвет это, конечно, отпад. Да и запах, мне сейчас весь аромат прям идет в нос, и пробовать мне ее не хочется. Да, запах прям мыло, шампунь. Даже сравнить вот этот картофель в упаковке, да, он хотя бы немного похож на картошку такую, ну, нормальную. Такую кому-то подашь так гостям, угостишь кого-то, готовишь, скажешь, ты чё, с какой помойки ты принесла или принес? Попробуем. Я бы не сказал бы, что прям отвратный вкус. Нет, он не отвратный. Он нормальный. Если не видеть, зажать нос, закрыть глаза, попробовать, то вполне. Картошка, да. Но будет чувствоваться все равно, что она не только-только сварено. То есть она как будто такое ощущение, что полежала. В общем, ощущение у меня действительно, что я ем какие-то объедки. Ну, нет. За 80 рублей полкило. Да ну нахер, я лучше куплю нормальные картошки и там за те же там 10 минут почищу, сварю, и намного будет вкуснее и лучше. Поэтому однозначно я бы не рекомендовал вам это покупать. Мне это не понравилось. Ну и поставлю этой картошке 2 балла из 5. Теперь попробую вот эту вот картошечку. Срок годности у этого картофеля сделан он в октябре 23-го года до 1 января 24-го. То есть итого 2 месяца. Во, у этого уже 2 месяца срок годности. Да, и выглядит он как-то поинтереснее, получше, более, так скажем, живее. Компания Крым через И. Агрофирма Крым. Этот картофель можно приготовить тремя способами. Первое, пожарить во фритюре, либо просто на сковородке, либо запечь в духовке. Я буду пожарить его на сковородке. 528-529 граммов. Тоже все в порядке. По деньгам 74 рубля 99 копеек. 75 рублей.
этот картофель выглядит уже более аппетитно. Есть, конечно, дефекты. Не все картофели идеальны. Вот здесь вот ее не дочистили. Кусочек кожуры остался. Но есть некоторые дефекты. Но в основном картофелины очень хорошие. Ну что, очень хорошо разламывается. То есть нормальная картошка. Пахнет она, как и должна пахнуть картошкой. Вот эта картошка действительно вкусная. Отсутствуют посторонние привкусы. Нет этого привкуса шампунь или что-то еще. Хорошая, разваристая картошка. Мне нравится. Думаю, если ее пожарить во фритюре, будет вообще шикарно. Вот этот вариант. 75 рублей, 500 грамм от готовой картошки. Я бы купил. Хороший вариант. Мне нравится. Советую к покупке. Ставлю ему 5 баллов. Теперь попробую свеклу Global Village. Производит эту свеклу другая компания белорусская, называется Галка. Срок годности у нее 6 месяцев. Вот, в составе ничего нет, кроме свеклы. Свеклу буду пробовать холодной, потому что ее используют, например, в салатах в холодном виде. Она уже готовая, вареная. 507 граммов. По весу все нормально. Свекла всегда, она неудобна тем, что всегда пачкается. Если ты с ней неаккуратно работаешь, она тебе и руки испачкает, ты можешь одежду испачкать. Вот здесь вот такие вот шарики. Такая вот. Цвет у свеклы насыщенный, темный. Смотрим, насколько она внутри однородна. Вот, все в порядке. То есть хорошего качества свекла. Нет никаких здесь разводов, слоев более светлого оттенка. Вот свекла режется хорошо, она сварена. Запах приятный. Свеклы бывает землянистый запах, когда свекла не высокого качества. Из-за этого можно испортить вкус борща, вот, других блюд. Эта свекла пахнет приятно. Свекла очищенная, 500 грамм, 80 рублей. 79,99. 80 рублей. Пробуем. Сладкая, вкусная свекла. Попалась мне одна свеколка. Ее не дочистили. Небольшая участочек кожуры. В общем, свекла хорошая. Очень все хорошо. Мне это нравится. На мой взгляд, очень удачный вариант для винегрета. В общем, эта свекла Global Village мне понравилась. Поставлю 5 из 5. Я вам советую ее покупать, если вы хотите сэкономить время, либо не любите возиться сваркой свеклы. Надо учитывать, что она еще сварена. Свекла варится долго. Поэтому она уже готовая. 75 рублей, полкило купил, нарезал, там использовал. Мне кажется, удобно. Поэтому советую. Попробую теперь свеклу тертую, вареную. Тоже марка Global Village. 500 грамм. Свекла стерилизованная, нарезанная свекла, вареная, тертая. Делает тот же самый компания Lior Plastic Беларусь, которая картошку отвратную сделала. 500 грамм, без красителей, консервантов, ГМО. 537, нормально, даже с небольшим плюсом. Так, скорее всего, это опять все потечет. Цвет у свеклы насыщенный, хороший, приятный. Натерта она мелко. То есть ее можно использовать и в салат, и в зажарку для борща. Запах напомнил мне запах готовых борщей, который я пробовал в прошлых некоторых своих выпусках. Свекла, которая была кругляшками, шариками, она пахла намного приятнее, намного ярче. Вот сладкий запах, свекольный. Здесь он вообще никакой. Никакой. Вот, единственный цвет. Давайте попробуем. То есть, единственный цвет понравился мне. Вот, сейчас посмотрим, как на вкус. Плотная, хорошая свекла. Неразваристая. Вкус немного сладковатый. Если бы запах был хороший, яркий, выраженный, свекольный, вот, было бы вообще все отлично. По деньгам. Тертая. То же самое, 79,99. 500 грамм. Так же стоит, как и свекла шариками. Майонезику сюда, грецких орехов. Получится хороший свекольный салат. Единственное, за невыраженный запах поставлю ей 4 балла из 5. Но она мне понравилась. Я бы рекомендовал вам ее купить. Ну и теперь попробую кукурузу. Вареная кукуруза, сладкая, в початке. Clever Foods.
Тоже без всяких добавок пишут, консервантов. Вакуум, возможно, так и есть. Состав. Кукуруза сладкая. Срок годности у этой кукурузы полгода. Три вида приготовления. Либо в горячей воде, либо можно пожарить ее на гриле, на решетке, либо в микроволновке. Внешний вид вполне приятный, яркий цвет. Погрею ее в горячей воде. В одной упаковке две кукурузы, но они совершенно разные. По одной кукурузе сразу видно, что она плотная. Такая даже цвет более яркий. А вот эта какая-то вся мягкая, помятая. Вот даже здесь бока все мягкие. Такое ощущение, что это какая-то испорченная, лежалая кукуруза. А это еще более-менее нормальная. Ой, а запах-то какой. Какой-то противный. Мне кажется, она испортилась. Это пахнет не так противно. Но, видимо, эта кукуруза ей свой запах передала. Тут я еще как-то хочу попробовать, а вот эту что-то мне как-то прям не хочется, но придется. Давайте вначале вот эту, если останусь жив, то продолжим. Я вот ее даже только вытащил, смотрите, ее как будто пинали, били. Такая кукуруза, которая жила уже давно на этом свете. Она испортилась. Хотя срок годности нормальный. Ой, да, испорченная. Да. Нет, эту я есть не буду. Она на вкус вообще просто никакая. Видимо, начала уже портиться непосредственно в вакуумной упаковке. Попробую теперь вторую. Она выглядит получше. Да. Вкус у нее, конечно, намного лучше. Вот эта кукуруза, к сожалению, испорченная. Как так получается? Это вопросы к производителю. И в общем оценка будет не объективная. Но, честно сказать, вот этот вот кусочек вполне можно съесть. А вот по деньгам это самый дорогой продукт у нас из сегодняшних. Это получается за две штуки 140 рублей почти. То есть 70 рублей одна кукуруза. Забыл взвесить. Сейчас мы ее вот так быстро на тарелке взвесим. Оценим. Конечно, я здесь немножко их подгрыз. Учитывая, сколько я здесь подгрыз, где-то наберется 450 граммов, вполне. Я пробовал кукурузу вкуснее, упакованную в вакуумной упаковке. Слаще, ароматнее, вкуснее. Вот. Поэтому этот продукт я вам не рекомендовал бы покупать, тем более вот попадаются такие испорченные экземпляры. Говорит о том, что производитель, халатно относится к процессу производства. Производит у нас эту кукурузу в Индии, UCOC India Private Limited. А изготавливается по заказу под контролем официального дистрибьютора ООО «Группа Альянс», Санкт-Петербург. Срок окончания годности от 7 декабря 2024 года. 24-го, это получается еще год она должна быть годна. У нее срок годности полтора года, а она уже через полгода начала портиться. Что ж там было бы здесь еще через год, если я в следующем году в декабре бы ее попробовал. Тут вообще бы жизнь зародилась бы в этом пакете. В общем, не советую покупать. Поставлю 2. Эта кукуруза не понравилась. Благодарю вас за внимание, за уделенное время. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на Boosty. Там вышел выпуск, посвященный тыкве. Проверенный рецепт тыквы. Очень вкусный и простой. В ближайшее время на канале Чикфуд начнутся прямые эфиры. Я надеюсь, они будут регулярны. Следите за объявлениями, новостями. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Подпишитесь на другие соцсети, тоже ВКонтакте, в Телеграме. Там будут объявления, вся информация о том, что я вообще творю на этом канале. На этом все, закругляемся. Всего вам хорошего, приятного аппетита. До новых встреч.